В связи с капитальным ремонтом с 1 сентября учебный процесс в Гагарской средней школе номер 1 был переведен на 2 смены, что вызвало немало неудобств как у педколлектива, так и у самих школьников. Сегодня в Гагарской средней школе номер 1 обучаются 414 детей, которые приезжают в школу из различных уголков города и ее предела. Несомненно, учебный процесс в 2 смены вызывали неудобства для школьников. Уроки начинались в 13:45 и заканчивались в 18:40. Добираться и уезжать домой детям было сложно. Помимо учеников, с трудностями сталкивались и учителя. В связи с этим администрация Гагарского района выделила средства для косметического ремонта 8 классов, что позволило перейти всей школе в 1-ю смену. С июля месяца в нашей школе производится капитальный ремонт. В связи с этим 1 сентября мы начали с 2 смен. В 1-ю смену ходили младшие учащиеся, старшие ходили с 2 часов. Это 8-11 классы во 2-ю смену. Конечно, было очень тяжело и учителям, и ребятам. 2 месяца мы отработали в 2 смены, и с 19 числа мы перешли в 1-ю смену, так как администрация нашего города помогла отремонтировать 8 классных комнат, которые нам не хватало, за что им большое спасибо. Отдельно Саиду Мукба, потому что он принимал самое активное участие в том, чтобы мы могли перейти в 1-ю смену.